А что хотели? Ну, лимон. Лимон получаете, пожалуйста. Все очень просто. Беспроигрышная лотерея с полезными призами и бесплатная консультация врача. В офисах обслуживания «Энергосбыт Плюс» клиенты могут получить приятные бонусы в честь юбилея компании. Мы в честь своего юбилея сделали ряд активностей, которые направлены на то, чтобы поблагодарить наших клиентов, поделиться своей радостью, своим праздником, поблагодарить еще раз наших клиентов за своевременную оплату, за те ресурсы, которые мы оказываем. 10 лет «Энергосбыт Плюс» в Самарской области – это около 400 сотрудников и более 550 тысяч благодарных клиентов в четырех крупнейших городах. Отлично, обслуживают быстро, вот еще и услуги дополнительные бесплатные. «Т-Плюс» немножко сбываются мечты. Весь коллектив поздравляю с юбилеем, с 10-летием. Так продолжать. В рамках празднования сотрудники «Энергосбыт Плюс» также подвели итоги первого этапа акции «На дачу без долгов». Выбраны 20 победителей, которые получат от компании дачные шезлонги. Акция продолжится до конца лета, а юбилейные приятные бонусы ждут горожан до конца июля. Мария Левина, Николай Епифанов. События.